Четвертую детскую поликлинику теперь не узнать. В коридорах больше нет очередей, а детей ждут современные игровые зоны. Детские уголки сделаны очень удобно. А мультики смотрела здесь? Какие тебе нравятся? Щенячий патруль. Обновили и оборудование в кабинетах врачей. К примеру, в эндоскопическом теперь есть специальные шкафы, где аппараты проходят дезинфекцию в течение 72 часов. Заменили и устаревшую приточно-вытяжную вентиляцию. Не вверх вытягивается, а на уровне мочных. Происходит всасывание вредных токсических веществ, что очень способствует, как говорится, улучшению благоприятности работы в кабинете, потому что токсичных веществ выделяется много при обработке. Кроме того, завезли новую мебель. Да и в целом стало уютнее, говорят медики. После ремонта, естественно, и легче работать, и чище. И мебель, и игрушки, и все это закуплено новое, яркое, красивое. Нравится и детям, и мамам. Когда заходят еще и папы, говорят, ой, какой у вас красивый кабинет. Капитальный ремонт проходил в несколько этапов. Сначала закрыли блок А. Врачей и пациентов переводили в свободное отделение, тем самым не блокируя работу поликлиники. Потом приступили к корпусу В, который в два раза больше. В здании обновили кровлю, полностью заменили инженерные сети, коммуникации, отремонтировали коридоры. Причем для отделки использовали яркие краски. На стены нанесли изображения самых популярных мультперсонажей. Отдельное внимание безопасности. Камеры видеонаблюдения теперь есть на всех этажах, а специальные механизмы в случае задымления помещений автоматически открывают окна. Современная система пожарной сигнализации сразу выводит сигнал на пульт охраны. На сегодняшний день ремонт закончен за исключением монтировки лифтов. Раньше в нашем учреждении был один лифт, теперь их два. На сегодняшний день проходят пусковые наладочные работы. В четвертой детской поликлинике Белгорода наблюдается около 4000 детей. И теперь посещать врачей стало более приятно и комфортно. Александра Харина, Валерий Ларьков. Такой день на Мире Белогорье.